Вступила. Питер? Да. Да, да, мы из Питера. Приезжайте все к нам в гости. Я хочу укусить твои. Но, господи. Чьи? Нас тут двое. Да тут не уследишь за перепиской. Там он уже в чате еще 7 сообщений, я даже пока не хочу заходить. Ну, 143 человека у нас. Ребята, всем привет. Всем хорошего настроения. Всем хорошей работы. Так кто тут работает? Такие же, как и мы, сидят. Настроение нерабочее, как говорится. Да блин, просто ну так вот пытаемся, конечно, следить, если честно. Вообще нерабочие, ну да. Да, блин, мы стараемся читать, но просто ну куда мы там сейчас поднимемся, что там? Если не читают, что не читают? Ну что-то мы там пропустили. А где читать-то? Да, вот где пишут. Вот здесь, да? Да, просто видишь, текст уходит. Да, мы не успеваем прочитать. Это можно отлистать, но... Я просто сейчас все собираюсь с мыслями, что надо встать и пойти на улицу. А там, наверное, дождь. Или не дождь. Не знаю, где есть зонт. Я не хочу зонт. Дождя нет. Дождя нет. Ну, утром просто был, я под ним шла немножко. Ладно, схожу, наверное, пока никого. Ладно, нет. Давай. Утром был, да. Так, ладно, сейчас сходим до магаза, мне надо сходить. Тун-тун-тун. Я с собой сумку брать не буду. Возьму карточку с собой. В чем я там? Слушай, ну там реально 140 человек. 155, 8. Нихрена себе, 155 человек сейчас надо. Нас. Нас. И спецназ. Да. Прикольно уже что-то. Ну, я ж тебе говорю, на самом деле это такая тема, где можно пообщаться. Ну, как-то оно так все равно. Ты еще в мире, да? Да. Ну, я пойду с эфиром. Угу. С эфиром мы пойдем, с эфиром сходим, чтобы мне было не скучненько. Да? Ну, наверное. Да, обычно я с музыкой. Ну, обычно я говорю с музыкой на эфиры выхожу, но сегодня я на работе, а здесь не включить. Ну, если идешь один, ну как, я обычно одна, когда хожу, включаю наушники, музыку, и все прекрасно. Мы не одеты. Ну, вы в телефоне, вам тепло. А я как раз сейчас буду одеваться. Так, ладно. Погода норм. Так а что тут такого-то? Чего с ней не так? Я карту положила, я поняла. Сейчас она все же блочится. Блокируется, да? Об этом имеется в виду тема. А мне ключ надо еще взять. Да нет, там же эти жесткачи всякие. Что это там значит... Там нельзя много чего в эфирах показывать. Мало ли чего, и тебя сразу чпонь-чпонь оттуда. Конечно, да, я что, правила все знаю, помню. Самого такого-то ничего нету. Так, ключи я беру. Это я беру. Пакет, я надеюсь, там мне нормально дадут. Или нет, я возьму на всякий случай. Прям знаю, что там за пакет будет. Так, ладно. Пойдемте, сходим. Так, Ленок, скоро вернусь. Не скучай без меня. Давай, давай. Я на работе, да. Давай.
Пойду схожу на магазин, мне заказ забрали. Я вернусь. Перевод написано. Да, слушай, я же до этого работала, ты помнишь, с волосами у меня. Была история, да, там продавала волосы, то сейчас я ушла на работу в сферу продавать топливо. Продаю здесь топливо, так что практически, как это называется, магнат. Вот. Ну, с волосами все, я, короче, завязала, я поняла, что я там не хочу работать. Ну, и как-то черт меня занес сюда. Все как обычно, ничего не меняется, поэтому все то же самое. Ну, если ты хозяин топлива, то да. Если ты лишь менеджер, то, ну, не сказать, что прям большие. Далеко не большие. Сейчас покажу красоту. У нас уже украшают город к Новому году. Хотя рановато, но здесь, ой, не ори так громко. Здесь, конечно, вечером очень красиво. Сейчас этого не видно, но я показываю так просто, где я иду по дороге. По Невскому. Да, возвращайся, конечно. У меня вот подруга тоже приехала с Анапы. Мы так с ней мельком увиделись. В общем-то, она ненадолго вернулась домой. Вот. Ну и погода, конечно, такая. Ну, честно, лучше бы были заморозки уже. Хочется уже, чтобы вот этого не было, ни слякоти, ни грязи, ни дождя. Снег хочется, честно говоря. Потому что в эту погоду очень сухо, чисто, чем слякоть. И вот в эту морось непонятную. Одеваться толком тоже не знаешь как. То дождь, то ветер, то духота какая-то. Жара, жара. А где, еще раз напомни? Понятно, что там, где южнее, там все теплее. Ну, каждому свое, что я могу сказать. Не все любят Питер. Не я Москву не люблю, например. Ну, я бы там жить не стала. Чисто в гости приехать, да. Каждому свой город. Почему? Как бы, ну, не бывает же такого, чтобы идеально всем подходили условия каких-то городов. Ну, прикольно, раз там тепло. Нет, на самом деле, там, где тепло, там, конечно, там должна быть я. Потому что я хочу там, где солнышко будет сейчас, если честно.